Обзор прессы на Первом деловом в популярных украинских изданиях читайте о таком. В прошлом году 55% компаний в мире столкнулись с утечкой конфиденциальной информации в связи с кибератаками на их IT-инфраструктуру. 90% компаний в Украине за прошедший год столкнулись с вирусными атаками на их системы. Зачастую компании длительное время даже не догадываются, что их системы были атакованы. Ежегодно компании теряют более 600 миллиардов долларов из-за действий IT-злоумышленников. Если бы десятая часть этой суммы была вложена в безопасность, это позволило бы свести ущерб к нулю. Подробности на страницах Инвестгазеты.